Так, продолжаем. И чего же его лучше сделать здесь? Попробую все-таки. Генерала жаль, нет. Освобожу. Так, посмотрим, как тут лучше. Или с той стороны. Мон Дье! Что за мерзкая погода? Сырой порох означает верный промах, месье. Можно вот так вот близко подвести. Ух ты, сколько вас много. Потом построим. Итак, начнем. Огонь по коннице сначала. Добили. Теперь туда. Огонь. Огонь вы.
Месье, ваша славная победа уже близка. Порядок. Польские гренадеры. Наполеон. Теперь они дрогнут. Вперед. Артиллеристов. Thank you.
захватили. Wir triumphieren! Освободить или оккупировать? Нет, все-таки оккупируем. Не хочу рисковать. Так, конница пусть не пускает высаживаться британцев. Так, хорошо. Идем дальше. Так, значит, скоро. Ладно, сейчас быстро доиграем. И пока все. То надо, и то надо. А британцы все-таки высадились здесь. Странно, почему? Раньше нельзя было так высаживаться. Так, ладно, пусть захватывают Кан, я потом у них отобью. Так, значит... Давай, торговать хочет Пруссия. Так, с Британией подождем. Дорогие генералы пошли. Так, ну пока все здесь. Пока восстанавливаемся здесь. Русская армия не может пройти. Очень хорошо. А моя армия восстановилась, значит, да? Эх, вот это мешает. Хотел бы захватить, да. Если перехватят в поле, так я же его не захвачу, получается. И Наполеон опять появился. Можно и сейчас их разбить, британцев, чтобы не захватывали город. Ладно, решу в следующей серии.